Всем привет! Сегодня у нас такой вот коробок из Китая. Давайте распакуем его. Так, что же это у нас такое? Так, все, я понял, что это кружка в виде такого вот объектива. Заказывал сайт AliExpress по самой что ни на есть дешевой цене. Я не помню, сколько она вышла, рублей в 200 вроде бы. За такие деньги найти ее вообще, наверное, нельзя. Так как дерзайте, ссылка будет в описании. Ну, сначала посмотрим на качество. Да, уже там прям так запахло Китаем. Да, вот такая вот. Такая вот кружка. Ну, в принципе, все так выглядит даже реалистично, да? Такая прям хорошенькая висичка. Вот, давайте так вам покажу. Все у нас здесь написано, все у нас здесь понятно. Даже вот показан наш какой-то объектив, да, 4-105 миллиметров. Ну, в принципе, неплохая вещь. Каньям, не Кэнон, а Каньям, так что. Ну, вот такая вот вещичка, пахнет Китаем, но все же как подарок фотографу там или... Себе такую вот вещичку купить можно и даже советую, так как за такие деньги такую вот кружку найти будет очень трудно. Не знаю, как ее можно использовать как передвижную какую-нибудь там воду. Вроде бы эта фигня у нас не закрывается. Ну, хотя бы дома там попить можно. Вот такая вот у нас посылка с сайта AliExpress. Вот такая вот у нас коробка, хотя в ней ничего совершенно интересного. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, дальше будет намного интереснее, едут просто классные посылки. Всем пока!